До великого праздника Победы остались вот уже считанные дни. К 9 мая готовятся абсолютно все жители. Исключением не стали юные чебоксарцы. Еще с начала года дошколята осваивали азы строевого шага. Прямо как настоящие защитники. Носики! Военная форма, яркие флаги и патриотический дух. Все это как нельзя лучше описывает репетицию уникального парада дошколят. Кстати, это событие необычно не только для столицы Чувашии, но и для всей России. Именно с юного возраста, с дошкольного, мы говорим о том, что воспитание патриотическое, да, о том, что это юные наши горожане. Они должны любить нашу родину, любить наш город, нашу республику и, конечно же, близких. Более 700 воспитанников детских садов примут участие в параде. Под песни военных лет парадные расчеты пройдут строевым шагом перед гостями праздника и ветеранами. Чтобы дети знали об этом, чтобы дети патриоты были, чтобы они знали, за что воевали их прадедушки и дедушки. И вообще он нужен для того, чтобы никто не забывал этого праздника. Длительная и тщательная подготовка к этому мероприятию сплотила и родителей, и педагогов. А сами дети доказали, что они могут не только петь и танцевать, но и маршировать, как настоящие солдаты. И более того, им это нравится. В этом году отмечает вся страна 70 лет Победы. Я горжусь своими прабабушками, прадедушками, что они участвовали в этой войне. Я люблю участвовать в параде дошколят. Куда мне шел, не ехал ты, но здесь остановись, могиле этот дорогой. Всем сердцем поклонись, кто б не был ты, рыбак, шахтер, ученый или пастух. Навек запомни, здесь лежит твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня он делал все, что мог. Себя в бою не пожалел, а родину сберег. Юные участники парада будут маршировать в специально подготовленных костюмах военных лет кадетов, моряков, воздушно-десантных войск, МЧС и морской пехоты. Увидеть все это жители республики смогут уже завтра, 6 мая, в парке Победы города Чебоксары. Юлия Важенина, Алена Алтухова, Александр Петров, Республика.